Добрый день. Рассказываю, что получилось с поиском недопрессовки на баночном венчике. Ну, в частности, сейчас это стакан даже, но на банке то же самое. С помощью камеры боковой стенки. От заказчика поступили образцы на тестирование. Подавляющее большинство образцов – это дефекты по боковой стенке. И в том числе несколько образцов по недопрессовке. То есть покупать, делать машину для контроля торца венчика ради нескольких этих образцов – не совсем целесообразно, поэтому пробуем максимально эффективно искать недопрессовку с помощью камер боковой стенки. Показываю, что получилось. Ну, это сейчас годная продукция, но годная по недопрессовке. То есть машина отслеживает, насколько ровная поверхность венчика. Сейчас скоро пойдут образцы с браком. Вот они пошли, вот недопрессовка. И красным цветом выделяется дефект. Как видите, недопрессовка довольно маленькая. Ну, вот в правой части экрана можно посмотреть. Недопрессовочка вообще небольшая, но видит ее очень уверенно. Это еще сбоку она, на самом крае. И вот еще образец. Ну, я уже не говорю о каких-то сколах или больших недопрессовках, их видеть четко. По остальной годной продукции порядка 50 штук, даже намека нет на ложную отбраковку. Так что результат хороший.